кино на ТВ-РУС. Какой же русский не любит быстрой езды? Старший инспектор, капитан Вов, куда спешим? Начальник, возьми. Ну, это все, что есть. А какой гаишник не любит взяток и легких денег? Я видела по телевизору, что менты и гаишники берут взятки. Я, между прочим, эти деньги кровью и потом зарабатываю. Понятно? Нужно быть осторожным, ведь на каждом шагу тебя ждет подвох. Такая история, как сегодня, за всю службу со мной в первый раз. И в последний. Что ты себе позволяешь? Я должен, слышите, я должен знать, кто ему помогал. Галися, это ты хотел прибить его? Вы нам чуть всю операцию не сорвали. Вместе мы сможем многое. Нам с тобой не по пути. Жизнь гаишника не так проста, как кажется на первый взгляд. Встречная полоса. В субботу. На ТВ-РУС.